Всем привет и добро пожаловать на мой канал, с вами Турбоёжик, и сегодня мы в Расте будем испытывать этот суперский пулемет. Для этого я зашел на Battlefield сервак, так что сейчас мы его поюзаем, побегаем и посмотрим, как с ним можно херачить людишек. Ну что, собрались? И вперед. Бегу я по берегу. Понеслась. Это легкая мишень, он стоял. Опа. Давай, кто кого. Да, далековато, конечно, неэффективен на дальних расстояниях. Ни разу еще не бегал с этим пулеметом. Так что это мой первый раз. Есть. Слушайте, рубает просто шикарно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот так вот. Отлично. Классная вещь. Уже троих завалил. Классно, классно. Еще, как вы знаете, к этому пулемету можно поставить прицел. Но пока я этого делать не буду. Пока давайте без прицела. Перезарядились. Отлично. ХПшку восстановим. И мне нужно шприцов еще забрать. Иначе у меня маловато. Могут завалить. Хотя, если завалят, резимся в другом месте, побежим дальше. А пока погнали вперед. Пока никого больше не вижу. Вот он. Есть, порубал. Непривычно. Очень непривычно причем. Сотка обоим, патронов в обойме стоит. Он еще что-то кричит. А, он говорит, я умираю, я умираю. Вот и сдох, чувачок. Заберем у него аптеки и заберем шприцы. Ух ты. Так, это откуда в него? Вот он. Куда ты? Хотел от меня упрыгать. Стоять, 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 стоять. Назад. Назад, 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 перезарядка. А, в упор. Сейчас его просто расстрелял. Шикарно просто стреляет, если в упор. Это еще кто? Завис. Стоять. Еще один. Сдохни ты. Ой-ой-ой-ой-ой. С того берега меня стреляет. Черт, у меня патроны заканчиваются. А, кто-то с болта там палит по мне. Мне нужно патроны взять. Вот он. С луком причем. А ну стоять. Стоять. Вообще неудобно стрелять. Неудобно. В упор. Еле убил его. Есть. Принес мне патронов. Восстановим ХП. Опа, это откуда? Черт, 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 черт. Опасно. Смотрите, вдалеке. Давайте я, наверное, поставлю сюда прицел. Вон он. Ух ты, ух ты, ух ты, убежал. Пойду догоню его. Попробую в упор расстрелять. Вот так вот. Отлично. Теперь давайте сюда поставим прицел. Вот так вот. Вперед. Где он? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он в доме, похоже. Ой-ой-ой-ой, сзади. Так, этого зарубал. И этого тоже. Скилл. Скилл, 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 ёж. Включил скилл. Перезарядка. Очень долгая перезарядка. Черт, 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 там тоже кто-то рубается. Пошли сюда. Шикарно рубает. Мать вашу. Просто шикарно. Ресаемся. Ресаемся, ресаемся, ресаемся. Пошли на берег. Патронов, наверное, надо еще нужно взять. Стоп, стоп, стоп. Никого не вижу. Перезарядимся. А, патронов нету. Вот черт. Где патроны?
А мне нужен трупак какой-нибудь. Вон он. Вот так вот. Получи. Заберем патроны у него. И шприцы заодно. Отлично. У нас есть патроны. И еще патрошки. У нас темнеет. Это плохо. Это херово. Наверное, давайте дождемся утра. И мы с вами еще побегаем, конечно же, по пляжу. Ой, шикарно, шикарно. Просто отличный пулемет. Больше в деревне в России никто не живет. Встретимся с вами утром. А вот утро у нас наступило. И мы продолжаем с вами бегать. И стрелять с этого чудо-пулемета. Ну что, вперед. Ищем наши цели. Одного уже увидел. Убежал. На дальнее расстояние, конечно, не так действует. Где он? Вон он. Супер пулемет. Не вижу его. Мне кажется, я его убил или нет? А может быть и нет. Убежал. Погнали за другим. Другого увидел. Вон он. Куда ж ты, родной? От пулемета не уйти. От возмездия. Нужно облутать его. Забрать шприцы. И патроны. Так, забираем. И забираем. Готово. Перезарядимся. Перезаряжаемся. И ждем. Опа! Попался. Есть. Есть. Есть, 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 есть. Хорошо. Вот это рыба по мне. Пока больше никого не вижу. Чей-то спальник здесь. Может кто-то треснуться и со спины меня слить. Пусто. Далеко. Попробуем. Очень сильная отдача. Тяжело сбить. И тон стоял. На месте. Очень сильная отдача. Он все-таки повалил. Да, на дальнее расстояние он не так действует, как в ближнем бою. Зато в ближнем бою это просто охренительная вещь. Просто шикарная. Откуда? Откуда? Черт. Вот это я получил, люлей. Прячемся. Сзади. Откуда-то сзади меня кроют. Осторожно. Не вижу никого. Черт, получил звездюлей, Лёш. Опа, вон он. Так, это не я его. Того попал. Еще раз попал. Как же неудобно! Убил. Есть. В башку. Не, на дальнее расстояние, конечно, неудобно стрелять. Классная фишка этого пулемета в том, что здесь очень много патронов в обойме. То есть я думаю, что сотку патронов вы выпустите и обязательно завалите чувака. Еще один. Черт, там двое! Он с болтом! Охренеть, отдача просто! Ой-ой-ой-ой, с двух сторон меня. С двух сторон. Черт! Завалили, ладно, резаемся в другом месте. Шпиона, выходи! Шпиона! Сижу в кустах. Вы смотрите, сколько там народу. Завалил. Сижу в кустах. Следующий. Там еще один был в кустах.
Его кто-то добил. Снял. Красава. На дальнее расстояние, по идее, тоже можно бить. Но только нужно сидеть на колени, чтобы прицелиться лучше, отдача меньше была. Я много нового узнал об этом пулемете. Ну, крошит он, будь здоров. Просто шикарно. Так, слышу, кто-то с болта. Даже это кто-то с пулемета палит. Вон он. Вот так вот. Нужно вниз стрелять. Целюсь в ноги. Разброс идет по всему телу. Классно. Так. Тут кто-то спит. Он встал, 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 встал. Покрошил. Покрошил, не успел еще встать, покрошил его. Шикардос. Заберем патроны. Аптеки. И шприцы. Перезарядимся. А, как я говорил, еще здесь сюда можно заряжать скоростные патроны. Об этом я говорил, когда только вышел этот пулемет в деблоге. Но здесь мне некогда заряжать патроны. Потому что меня здесь завалят. Пока я буду прописывать кит на них. Черт. Почему не попадаю? Он же стоит там. Ага, лежит. Понятно, там двое. Перезаряжаемся. Вперед, 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 вперед. Один из них в живых останется сейчас. Я его и заваливаю. Тише, 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 тише. Опасно там с болтом. Преимущество у него. Он с болтом. Я с пулеметом. На дальнее расстояние, конечно, болт рулит. Ну куда вы, заныкались-то все? Жду вас. Ребятишки. Ребятишки. Никого. Пойдемте на берег. Так, кто-то бежит. Где он? Вот он. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, видели как? Повело. Надо добить его. Вот он. С дробашом. С дробашом на меня. Нет, все-таки. Свои минусы в этом есть. Но в ближнем бою равных нет пулемету этому. Офигенский пулемет. Хочу себе такой. Рисуемся. Опа, откуда? Вон он. Почти половину обоймы выпустил, чтобы его завалить. Следующий. А, меня уже засекли, стреляют. С тех башен. Меняем позицию. Давайте попробуем на этот берег. Опа, откуда? Не видел. В кустах, наверное, сидит. Сзади, 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 сзади. Да, в кустах. Спрячусь. Перезаряжаться не буду. Попробую войти его. Вон он. Черт. Давай, 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 давай. Калаш против пулемета. Стрелок херовый из него, из калаша. Так бы слил давно уже. Но я выиграл все равно. Есть. Рисуемся. Ну что, давайте, наверное, еще кого-нибудь найдем. Патроны у меня кончились. У этого нету. Да у меня патронов больше нету. Тогда на этом давайте закончим. Это было испытание пулемета. Ну просто шикарный пулемет. Все минусы и плюсы вы видели. Сами потом побегайте тоже, поиспытывайте этого монстра. Надеюсь, он вам понравился. Мне понравился очень. Смотрится просто эпично. Патрошки собрал.
Сюда. А смотрится очень эпично и выглядит очень круто. Просто I am Rambo, I am your Rambo. Вот такое вот у нас испытание полевое прошел этот аппарат. Ставьте лайки, с вами был Турбоёжик, а я пошел дальше крошить с помощью этого пулемета человечков. Пока!